Все, молодец, пришел. 2 на 2. Смотри, никто кроме него не догадался. Пожалуйста, себе в тетрадь нарисуй эти линии. Вся доска может быть разрезана на 9 квадратиков, каждый размером 2 на 2. И если у нас 19 крестиков, то хотя бы в одном из этих квадратов 2 на 2 будут 3 крестика. Почему? А потому что если в каждом квадрате только 2 крестика или меньше, то 9 умножить на 2 это же всего лишь 18. Вот здесь вот нарисовано в каждом квадрате 2 крестика. Если в квадрате 2 на 2 у вас крестиков будет 3, то это называется все кроме одной клетки. Ну а что такое квадрат 2 на 2 без одной клетки? Это уголок. Квадрат 2 на 2 без одной клетки это уголок. Вот и все. Получается, что вот это вот разбиение. Кстати, не относитесь к этому свысока. Огромное количество олимпиадных задач решается такой, казалось бы, пустяковой идеей. Вам дали доску, я не знаю, там 20 на 20. А вы взяли и разрезали ее на такие маленькие блоки. Очень часто достаточно разрезать на 2 на 2. Иногда бывает, что на чуть большие блоки. Ну вот. И для каждого блока посмотрели, и из этого уже сразу все понятно для всей доски.